Да, все в корне неверно. Для такой рыбалки не нужен ни колокольчик, ни, конечно же, прикормка. Это совсем другая снасть. А что это за снасть? Об этом мы с вами сегодня узнаем. Вы смотрите передачу «Рыбалка для начинающих», и с вами я, ее ведущий, Евгений Антоник. А тема сегодняшней передачи – воблер. Давайте с вами постараемся сегодня узнать, какие виды воблеров бывают, для чего они используются, какую рыбу можно на них поймать. Узнаем про историю воблера. Ну а пока нам с вами срочно нужно двигаться к моему хорошему знакомому Алексею в рыболовный магазин. Айда за мной! Время рыболовной викторины. Как вы думаете, как называется непромокаемый головной убор, надеваемый моряками в непогоду? Нордостка, Зюидвестка, Зюидостка или Нордвестка? Ответ в конце передачи. Эх, родные края. Алексей, привет. Привет, Жень. Смотри, какая история. У нас сегодня тема передачи – воблеры. Собственно, что мы хотим рассказать нашим телезрителям? Во-первых, какие виды воблеров бывают? И, ну, как бы вообще, что такое воблер? И как вот начинающему рыболову собрать какой-то минимальный, ну, оптимальный, да, набор воблеров, чтобы можно было поймать хищную рыбу, естественно, потому что воблер, он предназначен, как ты понимаешь, в общем, здоровой, хищной рыбы. Для хищной рыбы. Давай посмотрим, что есть, и, может быть, что-то подберем такое интересное. Ну, воблеров вообще огромное количество, но вот можно рассмотреть вот 5 воблеров, которые будут тут. Для начинающего рыболова они нужны будут. Ага. Это вот этот воблер, вот этот воблер, этот и вот эти два. И что это у нас такое? Ну, вообще, воблер – это приманка, которая имитирует рыбку. Ну, раненую, наверное. Да, раненую рыбку, да. В зависимости от проводки и как от навыков рыболова, ну, может он имитировать ее по-разному. По-разному. Есть воблеры тонущие, да, есть плавающие, есть медленно тонущие. Есть так называемые попперы, есть, как и в блеснах, по-моему, тоже, есть незацепляйки, да, есть на разные виды хищной рыбы. Правильно. Вот смотри, вот этот у нас, что это за воблер вообще? То есть вот как он себя ведет? Это поверхностный воблер. Ага. Вот, поверхностный воблер, у него заглубление небольшое у него. Ага. Он вообще, помню, заглубляется, кстати. Это же, подожди, это... Слайдер. Ну вот здесь есть надпись, кстати, вот можно обратить внимание, здесь есть надпись «флоутинг». Да, это плавающий. Что в переводе плавающий с английского языка значит «плавающий». Плавающий. То есть, соответственно, он себя ведет, наверное, как своего рода слайдер. По-моему, вот такие воблеры, они идут змейкой. Хаотично. Хаотично, да, нужно. Но это достигается такая проводка за счет работы спиннингом. Твичингом, когда ловишь, да. Более детально как-то посмотрим. Достань ты, а? Давай. А то я сейчас еще упаковку попорчу, не дай бог. Да ничего страшного. Ну, смотри, вот это такой вот, как бы, ну, очень качественной покраски воблер, да, я вижу, потому что, вообще, в принципе... Вообще, он качественный воблер, это японский, с звуковым эффектом. С звуковым, да? А как это проверить? Ну, вот, видишь, там шарик. А, тут это... А, вот смотрите, дорогие телезрители, можно зажать крючки, потому что они тоже какой-то звук создают, и послушать, есть ли внутри... А это погремушка. На самом деле, вот эти вот шарики, они же привлекают рыбу дополнительно. Они не только что, они как шумовой эффект, но еще только при забросе. Угу. Шарик смещается, и он летит в точку. Угу. То есть туда, куда, ну, ты, да, хочешь забросить. У более дорогих воблеров, сложных воблеров, у них стоит магнитный механизм. Угу. Стержень, магнитный механизм. При забросе магнит смещается, и воблер летит в точку. А у тебя есть такие? Да, такие имеются. А можешь показать? Да, конечно. Наверное, вот за эти... Да, это дорогие за воблеры. За эти бешеные деньги. Да, вот этот воблер... Вот можем его открыть. Давай его посмотрим. Это вот воблер. В нем хорошо вот видно вот, вот внутри магнитный механизм там. А, то есть вот здесь уже, смотрите, здесь уже шариков нету. Здесь внутри действительно какая-то просто практически чуть ли не микросхема. Ну, это сложный воблер, который... И он как балансирует каким-то образом? Да, да, магнит смещается, и происходит очень точный заброс. И точный заброс, вы, и мало выбираете, того... Выбираете, да, вот выбираете место, куда вам надо кинуть. Если вы так, ну, небольшим навыком обладаете заброса, ну, то он у вас попадет точно в точку. Можно даже на свет посмотреть. Вот он какой интересный внутри весь.
Это тоже плавающий вобл с небольшим заглублением. Смотри, ведь магнитные механизмы, шарики, они же не только для заброса, они же и позволяют в том числе какую-то особую игру, да, создать вобл. Конечно. То есть вот за счет смещения этих магнитов и шариков он определенным образом ведет себя в воде. Потому что, насколько я предполагаю, на самом деле, честно говоря, у меня такой есть один. Вот, разорится, он мне говорил. Вот, он ведет себя очень интересно, он не просто хаотично там плывет, как рыбка, он заныривает, чуть-чуть переворачивается, подворачивается, что при проводке создает очень интересную, как бы, ну, интересную игру. Спасибо большое за то, что нам его показал. Убери его от греха подальше, пока я его не купил еще один, не потратил кучу денег. Давай вернемся к нашим баранам. Значит, здесь у нас что? Здесь у нас классический плавающий воблер, так, да, называемый. Хорошего качества. Это не поппер. Нет, да? Не поппер. То есть он, кстати, а у поппер, да, сейчас мы к нему вернемся, этот не создает никакого там особо громкого всплесков, нет, там ничего. Он идет, он хаотично идет, он ныряет, он выныривает при проводке. Проводка должна быть твичинговая. Твичинговая, то есть, ну, рывками, да, такими, рывками, да? Рывками. И подматывать катушкой, да, одновременно. Да. Давай посмотрим, что еще есть. Да. Вот эти все распакуем, поглядим. Вот, вот воблер, воблер неплохой, так называемый поппер поверхностный. Вот, кстати, поппер. А, на самом деле, поппер, он, я думаю, что его название говорит само за себя. По-английски слово поп, ну, все знают поп-музыку. В общем, это такой бульк на воде, который создает вот такая вот интересная приманка. Вот у него впереди, на поппере, да, такая вот выемка как бы сделана. Для шумового эффекта. Для шумового эффекта. Ну, шумовые брызги заодно. Брызги, такой, да, брызги. Пузырь такой создает перед собой. И опять же, это, как правило, рывковая проводка. Да, да. Так, еще так есть... что ты мне еще тут дал, да? Вот есть такой вот интересный тоже, он как бы называется, поппер, называют его хорватское яйцо. Хорватское яйцо? Да. Почему такое название? Ну, пошел. Хорватские яйца. Вот, у тебя много хорватских яиц. Хватает. Она такая поверхностная приманка, которую можно смело проводить по траве, кидать в траву. А за счет чего вот она, кстати, не цепляется? Интересно. А у нее отбалансировано. У нее смысл в том, что когда вы кидаете его, оно не так вот идет, вот, оно тонет. И даже не смотришь, что здесь металлический крючок. А у нее баланс сделан в носу. И вот так она встает, она. То есть при забросе, правильно я понимаю, при забросе, вот эта вот история, она всегда падает на воду вот так. Вот так, да. И крючок у нас получается над выше травы. Выше воды. Выше воды и травы. Да. То есть, соответственно, даже если тина, да, да, он по тине проскальзывает и, собственно, сам не цепляется. Видишь, где можно зацепиться за поводок, допустим, да, если уж он зацепился, так зацепился. Очень ловится приманка. Ну, один крючок. Один крючок, а его хватает. Хватает, да, конечно. Ну, что, давайте попробуем. Если щука не... Не больная? Ну, какая-нибудь там, да, не после нереста, она активная, она ее возьмет за глот, вот здесь сразу атака идет. Он после рыбалки здесь все будет покусано. Так, что еще? Есть такой маленький воблер. Он используется, ну, как бы для ловли окуня. Окуня, головля, жереха. Ой, какой хороший. Дрюзюк. Видите, какой маленький. Малек прям такой, да? Да, да, да. На самом деле, у меня такой воблер когда-то был. Именно я его использовал на реке Дон, именно для ловли головля. Его особенность заключается в том, что когда вы его забрасываете, он начинает медленно погружаться. Медленно тонущий. Медленно тонущий, медленно-медленно. И вы рывковой проводкой, то есть, ну, делаете рывок спиннингом, и он вот так вот, вибрируя, поднимается. Потом вы опять останавливаете катушку, и он опять медленно-медленно опускается. Это очень сильно возбуждает окуня и, ну, отдумать головля. Штука тоже, на самом деле, классная. Вот. Ну, в принципе, по сути, дорогие друзья, это ровно тот же самый воблер, как и вот этот, да? Да, просто другая конструкция. Для другой рыбы. Другой вес для другой рыбы, лопатка другая. О! Забыли мы с тобой про лопатку-то. Вот у нас, кстати, первый воблер, про который мы говорим, с лопаткой. Лопатка-то для чего нужна? Чтобы заглублялся. То есть он, находящий поток воды, да, он уходит вниз. То есть как самолет закрыл. Да, 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 все верно. Интересно. И вот такой есть воблер. Что-то он мне напоминает очень сильно. Да, он напоминает очень сильно дорогой воблер. А, то есть это, так сказать, подделка? Это не подделка, это копия, можно сказать. Копия. Да, не будем говорить, что это подделка. Это как... Но, этот воблер, он и по цене дешевле, и механизм здесь совсем по-другому сделан. Если я слышу вот это вот. Да, 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 да. В этом нету, в этом нету. Здесь магнит, а здесь... А здесь как раз вот, да, то, да, что, да, 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 шарики китайские. Ну, конструкцию как бы упростили. Но работает эта приманка? Да, это работает приманка. Не хуже, чем та? Вот, нет, не хуже, нет, не хуже той, она все работает. Ну, то есть вот это какой-то такой минимальный набор, который нужно начинающему рыболову, да. То есть, в принципе, для всех типов рыбы воблер у нас есть. Я имею в виду для некрупного хищника, для крупного хищника, для зарослей.
ну, для, я не знаю, там, тины какой-то. То есть, ну, в принципе, вот это можно использовать. То есть, вот у нас 5 штучек подобралось, которые мы, наверное, сегодня попробуем. Слушай, а вот есть еще в магазинах рыболовных часто есть такой, знаешь, как в этих магазинах, где продают видео-аудиотехнику. Есть там рубрика «Все по 100». Да, есть такой воблер. Вот, все есть, дешевое, есть, все. Я сейчас продемонстрирую, покажу такой воблер. Бедные жители одной далекой азиатской страны красят из баллончиков вот эти вот замечательные произведения. Значит, видно сразу, просто, ну, невооруженным глазом видно краску, попавшую на лопасть, там, да, где ее не должно быть. Ну, в принципе, я правильно понимаю, что на самом деле вот этого больше всего, то есть дешевых. Дешевых воблеров, да, на рынке очень много. Не кидайтесь во все тяжкие, не пытайтесь набрать себе гору там дешевых воблеров, ради того, чтобы у вас был огромный выбор, потому что качество есть качество, да, то есть это даже не копия, это какая-то самодельная, скорее всего, история дешевая, которая вряд ли будет работать. Лучше взять один вот такой воблер, он не намного дороже, может раза в два, чем по 100, но он будет работать. То есть где-то в районе сколько он стоит? Ну, 250 рублей. 250 рублей, а это? А это 100 рублей. А это 100 рублей. Ну, вот такие штуки даже не тестируются часто. То есть просто слепили, покрасили и, в общем, отправили в Россию или там в другую страну какую-нибудь. А вот такие штуки тестируются. Да, соответственно, эти штуки подгоняются, подпиливаются, пресс-формы отрабатываются получше, шлифуется это все более качественно. И даже чувствуется, вот пальцами чувствуется качество покраски, поэтому здесь хотите, можете попробовать сами. Что мы с тобой сегодня увидели здесь? Мы с тобой увидели, что есть очень хорошие воблеры, но мы их покупать не будем, потому что у нас рыбалка для начинающих, а не для разоряющихся. Мы посмотрели, значит, китайский YouTube. Берите подальше. Хочу это все. И вот мы с тобой подобрали 5 штук. У нас есть такой незацепляющийся поппер. Хорватская. Да, вот видишь, ты его выбросил, никогда, она вот она, вот видишь, раз. Как это говорить в кадре? Хорватское яйцо. Это, ребят, это шедевр. Вот, есть у нас такой замечательный слайдер. Есть у нас вот такой вот паперочек маленький. Есть вот такой вот воблер. Собственно, я думаю, окунь, голавль. Ну, обязательно поймаете. И, наверное, хищник какой-нибудь, типа щуки большой. Ну, я думаю, щука, она его откусит сразу вместе с поводком. Понятно. Этот поводок надо ставить сантиметров 30. И, собственно, так называемая очень хорошая копия. Не подделка, очень хорошая копия дорогого воблера, который стоит там далеко за 1000. Собственно, ее тоже попробуем сегодня. Давай, наверное, посчитаем, что там у нас получится приблизительно хотя бы. Ну, приблизительно все посчитаем. 1350 это не 10 000. Начинающего рыболова это вполне достаточно. Лёш, спасибо, давай обратно, наверное, запакуем это все дело. Да, поедем разбираться, что это и как это. И уже потом уже на рыбалочку. В очередной раз хочется поблагодарить Алексея за советы и вот за этот небольшой, но, думаю, весьма эффективный набор воблеров. Так как мы с вами уже сегодня говорили, тема сегодняшней передачи – это воблеры. На самом деле, если смотреть на это с точки зрения истории, первый воблер был придуман Джеймсом Хэдденом. Как ни странно, он не был рыболовом, он был пчеловодом. Просто в один из выходных дней стругал какие-то стружки там у себя в Америке, на каком-то водоеме. И, уходя, выбросил опилки, вот эти стружечки, выбросил их в водоем и увидел, как американский бас, это такой крупнородный американский окунь, бросился на эти стружки, потому что они определенным образом балансировали и играли на воде. Уже в 1902 году Джеймс Хэдден запатентовал свое изобретение, и воблер прочно вошел в оснастку рыболовов по всему миру. Но еще одно очень важное дополнение к современному воблеру в свое время придумал финский рыбак Лаури Рапала, который добавил к конструкции Хэддена лопатку, что позволило воблеру впоследствии погружаться на любую заданную глубину. Все зависит от величины лопатки. Итак, это была короткая историческая справка. Давайте все-таки поглядим, что же у нас тут есть. Чего же мы сегодня купили? С вашего позволения, кепочку одену так, потому что на голове бардак. Итак, что у нас здесь есть? У нас есть различные совершенно виды воблеров. В принципе, и поппер, и слайдер, и кранкбейт, там, и мину, и так далее, они все объединены под единым таким зонтом названием воблер. Есть у меня здесь рядом волшебная коробочка с различными совершенно модификациями воблеров.
Тут вот такие тяжелые большие поводки у меня лежат. Это дело используется в основном, все, что, ну, большая часть из того, что лежит здесь, используется для так называемого троллинга. Потому что на воблер можно ловить не только при помощи спиннинга, но и при помощи троллинга. Что такое троллинг? Троллинг – это ловля на воблер с лодки в проводку, то есть скидывается просто с лодки воблер, при этом спиннинг катушка не крутится, и на некотором расстоянии от лодки проводится приманка. Посмотрите, какого размера лопатка вот у этого воблера. Это глубинный воблер, заглубляется он на глубину до 9 метров, мощная очень конструкция, он очень крепкий и, собственно, предназначен для ловли крупного хищника, судака, щуки, возможно, сама, как повезет. Просто можно сравнить, посмотреть, какая вот лопатка у воблера поверхностного и воблера, который идет по глубине. Есть вот такие вот монстры еще. Огромные совершенно конструкции. Есть еще больше воблеров. Это не самый, далеко не самый большой. Это, вот на нем даже написано 8М+. Это значит, что эта приманка заглубляется на глубину более 8 метров. Приманка тоже, собственно, рассчитана на крупную рыбу, на хищника, на щуку, на судака. Но я ничего еще ни разу не поймал. Но, тем не менее, надеюсь, что когда-нибудь все-таки такая удача меня посетит. Откладываем в сторону. Ну, а мы с вами можем двигаться на рыбалку. Все это аккуратно складываем обратно. Важно иметь какой-то минимальный набор и с чего-то начать. А начнем мы с вами сегодня с того, что нам посоветовал Алексей. А он нам посоветовал, еще раз повторим, вот такой вот интересный незацепляющийся поппер под названием «Хорватское яйцо». Очень интересная приманка. Очень вам ее рекомендую. Вот такой вот слайдер, который работает на поверхности воды. Он, к сожалению, цепляется, но тем не менее, если водоросли достаточно близко к кромке воды, но все-таки ее не касаются, вот это очень хорошая рабочая штука. Вот такой вот маленький воблерочек для окуней, головлей и всякой прочей некрупной хищной рыбы. Но в любом случае, вот эту вот приманку и любую приманку на хищника я исключительно рекомендую вам использовать с поводками. Обязательно с поводками, потому что вот такой воблер щукой откусывается просто вместе с куском лески безвозвратно. Плюс к этому у нас есть вот такой воблерочек не глубокого заглубления, а мину, наверное, он называется как-то так. И, собственно, поппер. Достаточно известная уже приманка. Во всех рыболовных магазинах вы с легкостью такую приманочку найдете. Это мы закрываем и убираем. Берем чемодан, с которым пойдем на водоем. Вот он. И аккуратненько туда все наши приманочки складываем. Они нам сегодня очень и очень пригодятся. Ну что, вперед, навстречу приключениям. Время рыболовной викторины. Как вы думаете, как называется непромокаемый головной убор, надеваемый моряками в непогоду? Нордостка, Зюйдвестка, Зюйдостка или Нордвестка? И правильный ответ – Зюйдвестка. Нашу рыбалку, я думаю, что начнем вот с этого вот. Воблера неглубокого заглубления. Я думаю, что на него здесь щучка должна брать достаточно хорошо. Попробуем заброс. Нет, слишком тут много травы. Нужно стараться попасть в окошко, чтобы трава не цеплялась на крючки, потому что иначе мы получаем вот такой вот салат на воблере, который мало того, что сбивает его игру полностью, даже маленький листик на крючке полностью ломает запланированную игру воблера, то есть ту, которую планировал его производитель. Оп, вроде попали в чистое место. Оп, поклевочка. Это неуверенная была поклевочка. Унылая очень. Так, и опять трава у нас. На водоемах, где много травы, как мы тоже говорили сегодня, имеет смысл попробовать поппер. Вот эта штука хорошая. Ну, сегодня жара жуткая совершенно. 32 градуса. Я уж не знаю по поводу тени, но на солнце, я думаю, больше. Поэтому попробуем попперочек, что ли, забросить. Может быть, он будет более интересен нашей рыбе. Ящик, который мы с вами собрали в мастерской, убираем на свое место этот воблерок и берем поппер, который нам любезно сегодня посоветовал Алексей. Вот с попперами всегда проблемы подцепить, потому что у них такая немножко вдавленная внутрь лопатка вот эта передняя, поэтому колечко находится в заглублении. Не так просто туда подвести карабинчик.
Ну вот, опер одет. Посмотрим, как он у нас здесь себя поведет. Ну, куда-нибудь вот туда. Для большинства воблеров характерна рывковая проводка. Ну, то есть не просто мы крутим катушку, но мы еще и подергиваем спиннинг, так называемый твичинг. Для попперов это особенно актуально, потому что поппер должен создавать такой пузырик впереди себя, чтобы привлечь рыбу. Здесь сегодня у нас практически штиль, и госпожа Тина Тернер плавает у нас по всему водоему, куда ей только вздумается. У нас есть с вами, как вы помните, секретное оружие. Хорватское яйцо. Так, поппер опять-таки набирает тину, ряску эту, поэтому мы с вами ловить эту совершенно прекрасную, замечательную приманку. Надеюсь, что при изготовлении не пострадал ни один хорват. Аккуратненько, потому что опять-таки углубление. Это у нас своего рода поппер такой. Оп. Не очень просто зацепить. Хорошо, конечно, для такой рыбалки иметь с собой небольшие щипчики, чтобы было проще цеплять вот такие вот приманочки. Вот оно, хорватское яйцо. Ну давай, хорватское яйцо, помоги нам сегодня с рыбалкой. Запуляем в самую-самую тину. И также рывковой проводкой проводим через тину. Пока я не чувствую, что цепляется трава, это очень хорошо, потому что, значит, приманочка работает так, как она должна работать. Такая характерная волна, брызг такой создается перед приманкой, когда она проводится правильно. Пока я забрасывал в эту сторону, обратил внимание, что справа от меня был довольно-таки заметный всплеск. Явно это хищник. Сейчас попробуем кинуть туда, может быть, это даст нам какой-то положительный результат. Игра очень интересная, но пока такая же безрезультатная. Ну, хоть одну поклевочку увидеть хочется. Что ж за день такой? И жарко, и рыб не клюет. Так. Итак, друзья, хорватское яйцо пока нам не принесло результата, а нам с вами нужно перемещаться немножко в другое место, потому что здесь вроде все я обкидал, вправо и влево, и вперед, и практически назад. И здесь пока ни одной поклевки у меня не было. Так, мое терпение на хорватском яйце заканчивается, поэтому предлагаю перейти к следующей приманке, которую мы с вами сегодня приобрели у Алексея. Это слайдер. Хорватскому яйцу большое спасибо. Надеюсь, что оно нам пригодится в немного других погодных условиях, когда будет чуть прохладнее. Ну ничего, самое главное, мы узнали, что такое воблер, какие они бывают, что они из себя представляют, откуда они в конце концов появились, как они облегчили и улучшили жизнь рыболова. Попробуем, поставим вот этот слайдер и посмотрим, какой будет результат. Здесь тоже должна быть рывковая проводка. Куда-нибудь нам кинуть бы, ну, кинем вон туда, там вроде более-менее чисто, тины нет. Да, при забросе, кстати, всегда, когда забрасываете спиннинг, убеждайтесь, что за вами никого нет, дерева или человека, потому что нередки случаи, когда подцепленные товарищи рыболовы выражали свое возмущение по поводу неудачного заброса коллеги. Рывковая проводка этого слайдера позволяет, позволяет привлечь рыбу в первую очередь, конечно, но при рывковой проводке выглядит приманка, как будто плывущий уж. И, видимо, на что-то провоцирует рыбу. Ну, дорогие друзья, мы с вами сегодня посмотрели на то, какие бывают воблеры, чем они друг от друга отличаются. Спасибо огромное Алексею за то, что он нам все это так подробно и интересно рассказал. Купили комплект воблеров, которые сегодня постарались использовать. Увы, результат, к сожалению, у нас не положительный. Но зато вы можете быть уверены в том, что мы вас не обманываем. Мы не подсаживаем рыбу на крючок, чтобы на родео. Я, пожалуй, двинусь все-таки в прохладное помещение. Вы смотрели передачу «Рыбалка для начинающих». С вами был я, ее ведущий, Евгений Антоник. Хорошего клева. Счастливо.